Хор под руководством Владимира Щепкова отправляется на гастроли в Белоруссию. К 70-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков самарские артисты дадут несколько сольных концертов и выступят со звездами белорусской и российской эстрады. На репетициях побывала Татьяна Пудова. Одна из последних репетиций перед отъездом в Белоруссию. В следующий раз распеваться придется уже в поезде. Им к гастрольным трудностям не привыкать. Регулярно ездят на конкурсы за рубеж. Для Лидии Баженовой эта поездка особенная. Ее сын служил в Белоруссии, сейчас там живет его семья и у самой двойное гражданство. Я с большой благодарностью отношусь к этим людям и с большим вдохновением еду я почти на родину. 80 человек, лишь малая часть коллектива под руководством Владимира Щепкова едут на гастроли. Традиционно максимально разнообразная программа. В репертуаре не только фронтовые песни, но и сочинения белорусских композиторов. И петь будут тоже на белорусском. Мы почти как один народ. Да, мы ждем, что они будут нам сопереживать, они примут нас вот как своих братьев. Вот, повторюсь, что Маша сказала. Хороший прием ждем. То, что они вот будут испытывать такие же эмоции, мы постараемся им передать то чувство, которое мы туда им везем, вот чувство патриотизма, чувство как раз вот благодарности. Мы оказались в числе тех гостей из России, которых они пригласили. Это генерал-майор Новиков прислал письмо председателю Совета ветеранов вооруженных сил Белоруссии. Памятая о том, что мы уже были в этой Белоруссии, и нас до сих пор помнят, и мы их помним. Это было 10 лет тому назад. Впереди жесткий график выступлений, но артисты обязательно проедут почти по всем городам Белоруссии. Татьяна Пудова, Сергей Александров, Новости Губернии.